Наши ватерполисты – чемпионы. Это воспитанники спортивной школы «Пионер». С 12 по 17 марта проходил 5-й тур первенства России среди юношей до 15 лет. В финале наши встретились со спортсменами из города Балашиха. И счет 15-10 принес победу. Мы начинали играть с ноября месяца. Мы отыграли 4 тура. Это порядка 16 игр. То есть туровая система, к нам приехали, 2-3 дня поиграли, уехали. Вот, на протяжении этого регулярного чемпионата мы стали четвертыми, заняли 4-е место. А финальный этап мы в итоге заняли 1-е место. Мы чемпионы, Раменский чемпион. Воспитанникам тренера Ильи Сливова 13-14 лет. Несмотря на юный возраст, ребята амбициозны. Но это была огромная радость. Мы долго шли к этому пути, от первого тура до последнего. Мы хотели выиграть, у нас было желание, в нас верили все, родители, родственники, также одноклассники, все нас поддерживали. И ради них все. Я никогда не занимал вторых мест. Я сам, когда занимался, был и первым, и третьим. И ребятам рассказал, ради чего они сюда приходят. Ради чего мы собрались, и как-то они сами себя настраивали, сами себя мотивировали. Они знали, зачем ехали туда, знали каждого соперника, мы всех изучали, поэтому ребята большие молодцы, я ими очень сильно горжусь. Каждый матч снимали, затем вместе смотрели и уже на встрече с соперником старались не допустить прежних ошибок. И в первую очередь я хочу поблагодарить все команды, которые нас поддерживали, наших родителей и наших тренеров, потому что они внесли просто огромный вклад в эту победу. Без них бы мы не смогли победить. Важным является и настрой ребят перед игрой. Большая трудность, чтобы дети не переутомились, чтобы дети подошли к соревнованиям на своей пике формы, чтобы дети эмоционально, психологически не перегорели. А как показала практика, мы с этим справились отлично. На тренировках бывает очень трудно. Трехчасовые тренировки иногда. Нам даже специально добавили тренировки утром для поддержания формы. Финал первенства России состоялся в Дзержинске, Нижегородской области. С этим составом ребят тренер Илья Сливов занимается около 4 лет. Понимать друг друга научились, ведь в прошлом году они были только четвертыми в турнирной таблице. Мы целенаправленно готовились к этим соревнованиям, долго шли к этому золоту, и этот день настал. А еще есть мнение, что вы растете, и он растет вместе с вами. Наверное, да. Конечно, потому что ваши победы – это его победы тоже. Конечно. Илью Алексеевича ребята предупредили заранее. Если победим, убирайте из кармана все. У ватерполистов так принято. Воспитанники первые, значит, тренер прыгает в воду. Это такая традиция. Если первое место выиграли, у нас вот так вот. Мы посвящаем тренера в воду эту победную, так скажем, золотую воду. Сезон для ватерполистов почти закончен. И для этих парней он стал победоносным. Мы были невероятно счастливы, мы были готовы друг друга просто целовать, обнимать. Мы были невероятно благодарны своим болельщикам, а также Марии Александровне. Я надеюсь, вы это смотрите. Спасибо вам огромное. Именно вы нам все заложили. И вот это первая наша победа, она и ваша тоже. Мы вам невероятно благодарны, и я считаю, что мы натрудились на эту победу. Мы заслужили эти медали. Леонид, чемпион! Антон Карташов, Елена Цыганова для программы «Городские вести».